Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовим курицу терияки. Это блюдо очень вкусное, а главное, готовится очень просто. Давайте же скорее начнем! Поехали! Итак, для начала нарежу курицу не слишком толстыми кусочками. Перед тем, как нарезать куриное филе, я тщательно обсушила их бумажными полотенцами, потому что нам влага совершенно ни к чему в этом блюде. Вот такими кусочками надо нарезать куриное филе. Посолим нашу курочку и тщательно перемешаю. Нужно, чтобы каждый кусочек куриного филе был в соли. Этого достаточно. Убираем куриное филе отдыхать, а пока приготовим соус. Теперь приготовим соус. Для соуса в миску я отправлю мед. К меду отправляю соевый соус. Сюда же отправляем яблочный уксус. Кукурузный крахмал. Молотый имбирь. Поможем имбирю. И чеснок. Теперь сюда отправляем молотый черный перец. Хорошенько перемешаю соус. Хорошенько перемешиваю соус до полного растворения меда. Все, наш соус готов. Теперь обжариваем курочку. Обжариваем курочку до золотистой корочки. Курочка зарумянилась, теперь будем заливать соус. Но сначала соус надо еще раз хорошенько перемешать. Аккуратно заливаю соус. Тут надо двигаться по-быстрому, потому что соус очень быстро застывает. А нам надо весь этот соус погрузить в курочку. Кстати, огонь у меня самый низкий. Наш соус стал сгущаться. Вот курочка терияки и готова. К гарниру к ней я приготовила рис. Теперь сервируем нашу курочку. Посыпем сверху белым кунжутом. И зеленый лучок. Блюдо готово. Готовьте такое блюдо с удовольствием. Я уверена, что вам понравится. А я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!